те же панели 800 ватт. Поднял зимний угол наклона. Соорудил еще конструкцию дополнительно, например, на 1,6 киловатта. Повесил пару панелей на нее еще пока. Дальше будем постепенно. Для коммутации проводов, для удобства, я сделал автоматами, так удобнее коммутировать их. Обогреватель сделал из лампочки 1,5 киловатта галогеновый, сейчас покажу. Пока еще тестирую, поэтому так, вот он, эта система вся у меня. Здесь дополнительно для другой конструкции приготовлю. Вот у меня лампа галогеновая. Так, ну она просто стоит собрана на преобразователе, который до 35 вольт поднимает напряжение. С 12-35 я напрямую лампу эту грею. Тепло никакого, на улице примерно минус 20 сейчас, а на градуснике здесь за ночь опускается до 5, сейчас пока плюс 8. Ну, до 12 догоняется до вечера. Ночью обогреватель не греет. Ну, пока все.